Время подводить итоги на Арктик ТВ. В студии Александра Ритунская. Здравствуйте. Реализацию проекта «Мурманский СПГ» на территории Заполярья обсудили во время совещания в Кремле, которое провел Владимир Путин. Как сообщает РБК, в мае этого года стало известно, что «Новатэк» прорабатывает возможность строительства «Мурманского СПГ». Проект, реализация которого начнется в будущем году, предполагают завершить в 2029-му. СПГ-проект включает три линии мощности, 6,8 миллионов тонн каждая. Первые две могут запустить к концу 2027 года. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент Норникеля Владимир Потанин заключили социальное соглашение на 10 миллиардов рублей. Одним словом, мы смотрим на Мурманскую область как на полигон, так сказать, для развития и наших собственных промышленных компетенций, как на сферу приложения усилий в области социальных проектов. Вот. И, ну, пожалуй, чтобы подвести итог этому такой-то радужной картине, я бы хотел сказать о том, что у нас развивается сотрудничество и в области подготовки кадров, и в области спортивных мероприятий. Да, мы готовы поддерживать инициативы Мурманской области и в части улучшения обстановки в самом Мурманске, как такой арктической столице фактически, да, столице Арктики, успешно развивающейся и нужной, ну, для всей страны. И в области духовного и спортивного образования уже упомянул Андрей Владимирович о школе, которая, так сказать, строится. Да, и мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку. Вот. Одним словом, я думаю, что наше сотрудничество Норильского никеля и Мурманской области, его можно считать одним из таких образцов, показательных примеров государственно-частного партнерства. Наибольший объем от 10 миллиардов планируется направить на здравоохранение 23%, образование 19%, культуру и соцсферу 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог 13% от суммы. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство клиники корпоративного центра здоровья Норникеля. Предусмотрено проектирование визит центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенского округа, в который войдут проекты «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех» и шахта «Куала-Котсильвара». Аналогичный предыдущий документ действовал с 2020 по 2022 годы. Новый рассчитан на срок до 2025 года. Друзья, накануне Всероссийского Дня трезвости, а мы побеседуем с психологом реабилитационного центра «Пробуждение» Алексеем Александровичем Котовичем. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, трезвость стала нормой жизни для современного россиянина? У вас есть свои какие-то наблюдения, может быть, отличные от тех, которые Росстат нам дает? Вопрос, конечно, дискуссионный, потому что мы можем наблюдать, что вроде бы, да, количество людей, употребивших какие-то психоактивные вещества на улицах, вроде как становится меньше, но и мы меньше, я, по крайней мере, меньше их вижу. То есть пьяных на улице меньше, объективно? Мне кажется, что по сравнению, там, если мы вспомним, что было там 10 или 20 лет назад, конечно, их меньше. Но если говорить о количестве людей, которые проходят у нас реабилитацию, то это количество не уменьшается. Практически всегда у нас центр заполнен. И это говорит о том, что проблема, ну, остается актуальной. Просто она исчезла с улиц, где запрещено распивать спиртные напитки. Ну, причем, опять же, тут надо понимать, что я говорю о субъективных своих наблюдениях. Я живу в центре, может быть, в центре Мурманска это так, а где-нибудь, там, допустим, в других районах, может быть, совсем по-другому. Мне, я вот вижу меньше. Скажите, пожалуйста, все-таки определение, кого мы будем считать человеком с проблемами, да, там, алкоголиком? Сейчас мы в основном про это говорим, пагубную привычку. Да. Ну, на самом деле, надо сразу же понимать, что все-таки алкоголизм – это болезнь, да, это не слабоволие, не маргинальность какая-то, да, то есть это расстройство определенное. И есть совершенно довольно, ну, довольно четкие критерии, наверное, три из них можно сразу же обозначить. Это патологическое влечение к объекту зависимости, то, что вот в реабилитации называется тяга. Но это когда человек, что значит патологическое, болезненное. Настолько человеку хочется изменить свое сознание, что он не останавливается ни перед чем. То есть, ну, тормозов как бы нет. Это, наверное, главный критерий.
Ну, потеря контроля над употреблением – это когда человек, на самом деле, человек независимый может употреблять алкоголь, но он совершенно может спокойно может остановиться, ему он знает, что ему завтра на работу или ему там что-то еще, да, и он как бы, ну, все, и хватит, да, достаточно. Зависимый с вероятностью в 95% остановиться не может. То есть ему как бы надо все больше, 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 пока он там не упадет, как говорится, лицом в салат, если есть салат. Ну и, наверное, важный критерий – это синдром отмены, так называемый абстинентный синдром. Это когда человек, допустим, употребляющий, останавливает свое употребление, он испытывает такой сильнейший дискомфорт. То есть ему настолько плохо, не в том смысле, что у него похмелье. Похмелье – это отравление. Ну, то есть человек там употребляет, он как бы, там есть токсины, он, организм просто, тело травится. Болеет, да. Болеет. А тут именно психологическая такая проблема. То есть как бы употреблять он больше не употребляет, и как бы вот эта лакуна, она ничем не заполняется, ему просто очень плохо. Ну, это вот там есть еще критерии, но это, наверное, три таких основных. А вот этот бытовой алкоголизм пресловутый, когда в пятницу человек находится в таком состоянии, предвосхищая какой-то праздник, этот праздник обязательно связан с бутылочкой, он заходит в магазин после работы, иногда даже в одиночестве, значит, вот употребляет. Что мы с этим будем делать? Опять же, тут очень важно понимать, то есть... Какие цели он преследует? Ну, если просто расслабиться, и он это делает, ну, там... Ритуал. Да, ритуал. Ну, хорошо. Опять же, если он может остановиться, если он контролирует свое употребление, если он это делает, не слишком, наверное, там, не каждый день, то, в принципе, это как способ расслабления, некой такой релаксации, условно нормальный. Но тут важно понимать, что на самом деле, алкоголизм, это, как и наркомания, это заболевание, которое не проявляется буквально по щелчку. То есть он играет с огнем. Да, это прогрессирующее заболевание. И, допустим, в какой-то момент, да, там, допустим, ну, допустим, представьте себе человека, работающего в офисе. Вот он действительно там в пятницу, или, может быть, даже каждый день, проходя мимо магазина, покупает себе вроде как, ему кажется, там, небольшую там, дозу, допустим, даже легкого там, психоактивного вещества. Пиво, назовем это так. И, допустим, у него там какое-то количество времени, там сколько-то лет это будет одна доза, потом он начнет ее увеличивать, увеличивать, увеличивать. И я очень часто вижу людей, которые с этого начинали когда-то, а в итоге потом уже пиво, как говорится, пивом голову не обманешь, как говорят в народе, да, то есть он переходит на более крепкий алкоголь, и вот начинается дебют заболевания. И в какой-то момент человек, действительно становится... самым нормальным, качественным алкоголиком. То есть, а давайте теперь все это упростим. В какой момент окружение, родственники, друзья должны начинать бить тревогу? Ну, когда, наверное, употребление становится частым, во-первых. Во-вторых, когда теряется контроль над употреблением. Ну, вот я уже сказал об этом. Да, это же может проявляться каким образом? Человек, опять же, взял себе две бутылочки легкого алкоголя, да? Через какое-то время он почувствовал, что ему не хватает, он побежал снова в магазин. То есть вот такие вот, такая вот беготня, да, это уже как бы тревожный звонок говорит о том, что ему как бы не хватает, и он перестает контролировать. Он же знал, что ему как бы изначально двух банок хватит, вроде бы как. А тут он как бы передумал, у него предохранители повылетали, говоря такой метафорой, если такую метафору использовать. Скажите, пожалуйста, насколько это все излечимо, насколько продвинулась там, медицинная, психология, клиническое в лечении зависимости, изобрели ли волшебную таблетку, всегда ли необходима воля, так сказать, пациента, либо если ему море по колено, ничего ты с ним не сделаешь и нет заинтересованности? Вот это вот очень важный вопрос, потому что дело в том, что, собственно говоря, расстройство такого типа, это, говоря нашим психологическим языком, связано с нарушением волевой регуляции. Как раз с помощью силы воли, с большой долей вероятности человек не справится с этой проблемой, и здесь есть какие варианты? То есть можно пользоваться услугами, например, психолога, да? То есть регулярно ходить к психологу, говорить о своих проблемах, и это может быть в какой-то момент сыграет определенную роль, и такая психотерапия может помочь. Есть очень замечательные группы анонимные алкоголики и анонимные наркоманы, это сообщества, так называемые, они
тоже очень хорошо помогают справиться с зависимостью. И есть, наверное, с моей точки зрения, самый лучший вариант – это реабилитационный центр. Почему? Потому что реабилитационный центр, какой бы он ни был, они есть разных типов. Мы, может быть, об этом даже там коротко затронем эту тему. Тем не менее, все равно там человек, как бы субъект, огражден от внешнего мира. У него просто нет возможности купить и употребить, то есть он находится на таком, ну, карантине. Да? И, собственно говоря, такая вот, как это мы называем, чистота позволяет, ну, лучше войти в суть проблемы и, ну, начинать ее решать. То есть вот есть такие вот три самых основных варианта. Давайте про реабилитационные центры поговорим, потому что у меня что-то сразу, я поделила всех пациентов на две группы. Это те, кто действительно уже какие-то социальные связи разрушил, ему нечего терять. Либо человек, наоборот, внешне в порядке, он может быть крупным руководителем, который постоянно в стрессе и финансово, казалось бы, он благополучен и не очень хочет распространяться о своей проблеме. Но проблема такая есть. Или она подкрадывается уже? Она, наверное, у руководителя, она, наверное, все-таки подкрадывается, потому что если... Алкоголик не может быть директором. Он какое-то время может быть директором, да, потому что все равно, еще раз говорю, это прогрессирующее заболевание, и в какой-то момент оно приведет к тому, что человек просто не сможет справляться со своими обязанностями, да, то есть он начнет, ну, проявляется такая безответственность, да, то есть и как бы постепенно он будет сдавать позиции, и в итоге окажется у разбитого корыта, там, неважно, руководитель какого он уровня. А что касается реабилитационных центров, вообще, ну, тоже надо понимать, что болезнь зависимости, химической зависимости в первую очередь, потому что есть химические зависимости, там, алкоголизм, наркомания, там, зависимость от лекарств, есть нехимические зависимости, там, лудомания, то есть игромания, трудоголизм, сексоголия и так далее, и так далее. Там зависимости, аддикции, их множество. Если говорить о химической зависимости, ну, давайте так, алкоголизм, наркомания, то надо понимать, что здесь серьезная проблема заключается в том, что даже невзирая на то, что человек может обратиться за помощью, процент людей, вышедших в долгосрочную ремиссию, это так называется, потому что, еще раз, болезнь хроническая, она неизлечимая. Неизлечимая? Да? Она неизлечимая, да. То есть, на самом деле, если у человека дебютировало это заболевание, дай бог, конечно, здоровья, как говорится, но его зависим и похоронят, да. Ну, как вот диабет, он же тоже неизлечим, да, по большому-то счету. То есть, как и диабетику, нужно принимать определенные лекарства и придерживаться диеты, да, то есть, также и зависимым нужно, ну, как бы выполнять определенные требования к себе, выполнять, ну, как бы следовать некоторым правилам. Об этом я, может быть, тоже чуть попозже скажу. Ну, так вот, количество в процентном отношении людей, обратившихся за помощью и вышедших в долгосрочную ремиссию, как вы думаете, сколько? Ну, примерно в процентах. Вот возьмем здесь земной 10. Шар. Близко. Обычно на самом деле называются фантастические числа, там что-то там 30-50, кто-то мне даже сказал, что там, наверное, 70. Нет, это 6-9% примерно, да. То есть человек обращается за помощью, неважно какой-то, куда, к психологу, в реабилитационный центр или в общество там анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов, и вероятность того, что он выйдет в долгосрочную ремиссию, вот примерно 6-9%. Кстати говоря, о нашем реабилитационном центре, я не могу не похвастать, у нас действительно процент людей, обратившихся за помощью, полностью прошедших реабилитацию и находящихся на сегодняшний день в трезвости, как вы думаете, какой? 25%. Нет, я хочу хвастаться, нет. Дело в том, что процент достаточно большой, он даже немножко фантастический. То есть из тех людей, которые за 6 лет работы центра полностью прошли реабилитацию, она у нас годовая, большая, на сегодняшний день почти 90% находится. Ничего себе. Тогда быстрее рассказывайте о вашем центре, как туда попасть, кто туда может попасть. Мы программный реабилитационный центр на 25 подопечных. Так мы их называем, потому что они не пациенты, мы не медицинское учреждение. Находимся мы, бывший поселок Дровяной, это Первомайский район города Мурманска на сегодняшний день. У нас годовая реабилитация. Принимаем мы как представителей как прекрасного пола, так и мужчин. То есть у нас смешанный центр. А направление-то кто дает?
Направление как такового даже и не нужно. То есть у нас есть сайт, у нас есть группа ВКонтакте, можно зайти на сайт, увидеть телефон. То есть никакого направления от нарколога? Мы сотрудничаем и с Мурманским областным наркологическим диспансером и реабилитационным центром при нем, с Петрозаводским, Карельским наркологическим диспансером, с другими диспансерами. У нас хорошая, на самом деле, коммуникация с такими организациями. И они иногда направляют к нам своих вот, действительно пациентов, и они таким образом могут попасть к нам. Человек может, в конце концов, просто позвонить и сказать: вы знаете, я там наркоман, алкоголик, мне нужна помощь, я хочу попробовать там пройти реабилитацию. Сколько это стоит? О, хороший вопрос. Мы один из двух на сегодняшний день, насколько я помню, может быть, конечно, что-то изменилось, но еще год назад это было точно так. Один из двух реабилитационных центров на северо-западе Российской Федерации, который не берет деньги за, собственно говоря, за реабилитацию. То есть мы, бесплатный программный центр. Почему так? Ну, мы получаем небольшую субсидию от Мурманской области. Мы входим в реестр, федеральный реестр поставщиков социальных услуг, то есть всероссийский такой реестр, и региональный реестр поставщиков социальных услуг Министерства труда и социальной политики. И мы оттуда получаем очень небольшую субсидию, а, собственно говоря, центр живет, то, что называлось, на хозрасчете. Да? То есть наши подопечные в рамках трудотерапии могут выполнять определенные общественные, например, работы. Центр может получать за это какие-то небольшие деньги, и эти деньги идут на обеспечение, собственно, самих реабилитантов. На питание, медикаменты какие-то Никто простые. Никто не сбегает? Сбегают, конечно же, сбегают. Но все-таки тут есть такая история. Если реабилитант пришел в реабилитационный центр, например, наш, и продержался в таком вот режиме, а он все-таки достаточно строгий, хотя бы месяц, вероятность того, что он убежит, она уже значительно снижается. То есть, если он там 3 месяца пробыл, уже вероятность того, что он пройдет полную реабилитацию, еще больше увеличивается. Если полгода, то там, скорее всего, он с вероятностью уже процентов, наверное, 80 пройдет. Я бываю в ваших краях, вижу, как приветливо горит свет, там большая доска, и лектор какой-то что-то рассказывает или рисует на этой доске, люди увлеченно смотрят. Это что у вас за занятия такие? Мы не рабочий дом, мы не кризисный центр. Еще раз говорю, мы программный центр. Что это значит? То есть у нас на ежедневной основе проходят тренинги, мы называем это лекции, это просто какие-то определенные занятия, где я и мои коллеги объясняют там природу зависимости, помогают научиться определенным навыкам сохранения комфортной трезвости. Потому что ведь наша задача не сделать так, чтобы человек, грубо говоря, там был трезвым на зубах, и мучился при этом. А так часто бывает. А наша задача помочь человеку найти, определить для себя какие-то новые цели в жизни, потому что те цели – это то, что такие мотивы, которые сохраняют эту трезвость. И если у человека есть эти цели, если он понимает, чего он хочет, что ему нужно, к чему он стремится, то ему, конечно же, сохранять свою трезвость гораздо легче. Есть просто банальные приемы, потому что когда мы говорили о факторах, критериях зависимости, я упомянул это пресловутое патологическое влечение к объекту зависимости, так называемую тягу, мы это так называем для упрощения, потому что слишком все это долго звучит, сложное словосочетание, тяга. Так вот, есть такая теория, что эта тяга, когда человеку очень сильно хочется употребить, она длится определенный, достаточно короткий промежуток времени, где-то 10-20 минут. И задача зависимого – научиться проживать эти 10-20 минут и просто не употребить. Не побежать в магазин, не купить, не набрать и не заказать себе наркотики, как это сейчас делается. Просто эти 20 минут пережить. Ему будет плохо, ему будет очень хотеться, но мы учим, как на самом деле такие ситуации. Но этот прием может и помочь тем, кто в системе забегает после работы в магазин, выдержать паузу. Да, 20 минут. Это по сути глядишь, пауза, такая. И глядишь, ты найдешь более интересное занятие на выходные. Безусловно, потому что на самом деле мир полон интересных каких-то вещей, которыми с удовольствием можно заниматься, разные хобби. Может быть, для наших зрителей тогда вы назовете какие-то базовые прелести трезвого образа жизни, который вдохновляет ваших подопечных? Когда приходит реабилитант первый раз в реабилитационный центр, я, конечно же, беру его на такую первую ознакомительную беседу, и я говорю такую штуку, которая на самом деле некоторым образом заставляет глаза моего собеседника расшириться. То есть я ему говорю, что, если вы государь или государыня, я не могу гарантировать, ни я, ни специалисты этого центра не можем гарантировать вам
трезвость до конца жизни, даже если вы пройдете нашу непростую годовую реабилитацию. Потому что болезнь такова, что, как я уже сказал, она неизлечима, что человек может сорваться по разным причинам. Но я могу гарантировать другое, прям гарантировать, потому что я это наблюдаю достаточно давно, я в центре работаю в этом уже больше, там, почти 5 лет, что человек изменится как личность, да? То есть он станет мудрее, осознаннее, ответственнее, практичнее, прагматичнее где-то, потому что этого прагматизма зависим как раз-таки не хватает. Они очень такие, как правило, ветреные. Ну, и, собственно говоря, в силу вот этих изменений человек может найти для себя, ну, как бы, такой путеводную звезду, которую раньше даже не представлялось возможным в эту сторону идти. То есть это семья, банально какие-то вещи, там, опять же, жилье, там, например, потому что многих его нет. Это какие-то новые отношения, новые друзья, новые хобби, новые интересы. Потому что мы требуем, наверное, даже требуем от наших выпускников, чтобы они искали себе вот эти вот вещи, которые будут заменять им употребление. Кто-то уходит там, в экстремальный спорт, тут главное тоже, чтобы все это было умеренно. Да? Кто-то там, начинает путешествовать, кто-то овладевает новой профессией, кто-то, ну, действительно, у кого-то появляются значимые отношения какие-то. Ну, то есть, вот это то, что, ну, как бы ведет человека в другую, противоположную от употребления сторону, от пагубного употребления. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что сегодня с нами был Алексей Александрович Котович, психолог, клинический психолог реабилитационного центра «Пробуждение». Я бы порекомендовала встречу с ним, но только, наверное, не в рамках центра, если у вас нет проблемы. Возьмите на вооружение те полезные советы, которые он сегодня щедро с нами поделился. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. «Зато становится ярче» завершается работа над росписью трех фасадов в Полярном. Словно иллюстрация со страницы каверинского романа. Мазок за мазком на фасаде дома города воинской славы проявляется географическая карта и образ юного путешественника. Это отсылка к произведению «Два капитана», имеющему для Полярного большое значение. Ведь часть действий в романе происходит именно в этом гарнизоне. Двух капитанов на этой картинке можно найти, потому что мальчик на карту отбрасывает тень, она сейчас намечена, потом будет чуть-чуть более явно, так что даже вот в этой картинке будет два капитана. Работа на столь масштабном холсте предполагает несколько этапов. Причем, отмечают мастера, самая большая сложность – это прорисовка именно прямых линий, меридианы, параллелей. На втором месте по сложности – перенос эскиза с помощью проектора на стену. Конечно, допустимы художественные погрешности. Трудиться приходится, что называется, в две смены. Основная часть работы, конечно, вот покраска. Ну, то есть весь день работаешь уже с размеченной областью, потом ты размечаешь ночью и опять работаешь с размеченной областью. Литературный мурал уютно расположился за площадью двух капитанов и прямо около детской школы искусств Полярного. Теперь у юных художников, воспитанников учреждения, есть образец реализации творческого потенциала. Картины могут быть разными, но искусство непременно должно нести доброе, чистое, вечное. Поэтому это очень интересные проекты, это украшение города. Ребята должны понимать, что профессия востребована. Вот, украшение делает наши города лучше и ярче. Ведь это только могут сделать художники. На улице Душенова, которая упирается в штаб Кольской флотилии, мурал, конечно, в военно-морской тематике. Это корабли и ведущий к дому маяк. Авторы и исполнители рисунка – художники Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий. Есть поклонники у этого объекта, это дети дошкольного возраста, стояли рот открыв, им очень понравилось. Я думаю, конечно, все, что делается во благо города, свежее, красивое. Теперь как в больших городах, во многих больших городах есть муралы. Конечно, вот именно такого я нигде не видела, значит, мы будем первые. В среднем на исполнение рисунков у специалистов ушло от 3 до 5 дней. Итог – муралы различных тематик на трех точках городского пространства Полярного. В следующем году работы по созданию объектов искусства на фасадах домов в Большом Зато будут продолжены. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале «Артик ТВ» в студии Александра Ритонская. У нас в студии представители проектного коллектива «Хей Деп». А что это значит, ребята расскажут сами. Прошу любить и жаловать. Алексей Гражданов и Артемий Брагин. Вперед, друзья. Здравствуйте.
Мы представляем студенческий проектный коллектив HeyDeb, и сегодня хотели бы рассказать о тех проектах, которые мы подготовили, чтобы представить Мурманскую область и нашу делегацию на всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». В этом году полуфинал пройдет Северо-Западного федерального округа либо в Архангельске, либо в Санкт-Петербурге, и мы будем представлять там 6 проектов. Об одном из них расскажет Алексей. Вдохновитель? Придумал сам из головы? Да, основатель концепции. Так, ну рассказывай. Я буду представлять проект как свой. Это такая онлайн-платформа, которая позволяет в ускоренном режиме интегрировать школьников на этапе, когда они еще в школе обучаются, в экосистему вуза. То есть, чтобы на момент, когда он еще обучается в школе, для меня это очень актуально. У меня школьник. Я не знаю, как его интегрировать. И главное, куда его интегрировать, потому что у меня очень смутное представление. Ну, теперь вы знаете, с кем пообщаться. Да, понятно, хорошо. Вот как раз-таки, чтобы решить такую проблему, чтобы не было каких-то недопониманий, когда школьник закончил свой путь в школе, приходит в вуз и не знает, куда вообще обратиться, что предоставляет себя вообще вуз, какие возможности он может получить от него. Вот как раз-таки, чтобы решить эту проблему, мы и создали проект как свой. Он тоже будет на этом конкурсе представлен? Да, безусловно, как и другие проекты. А вообще в нашем проектном коллективе больше 10 специалистов, они занимаются разного рода задачами. Кто-то техническую составляющую берет, к примеру, веб-разработка, дизайн, аналитика, структура сайта. Кто-то занимается маркетингом, кто-то переговорами. Я понимаю, вы маркетингом занимаетесь, судя по тому, как вы бойко все рассказываете. Вот, и, собственно, сейчас собрались далеко не все представители нашей организации. Но нас достаточно, чтобы вот рассказать вам о других проектах. А вы уже где-то побеждали со своими проектами? Я так понимаю, да, что такие офисы существуют в разных регионах, вы соревнуетесь именно друг с другом? Именно. Дело в том, что Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» проводится уже 3-й год, сейчас будет 3-й сезон, и мы с Алексеем участвовали прямо с 1-го сезона, как только конкурс релизнулся, и Алексей дошел до финала, он стал финалистом. Ну-ка, с чем вы решили? А я стал победителем. С чем? Тоже с проектом мы занимались разработкой приложения и дизайна сайта для популярной социальной сети для ученых ScienceID. Вот. И тогда я, как участник факультета науки, у нас было дробление на несколько факультетов. Слушайте, где таких умных мальчиков обучают? Пожалуйста, поподробнее с этого места. Алексей, вы студент чего? Я студент нынешнего Мурманского арктического университета. Вот 4-й курс как раз-таки выпускной. Вот, правда, направление обучения как-то не особо связано с проектной деятельностью. Учусь на эколога, занимаюсь проектами, но как-то там себя показываю более в активностях именно профильной направленности. Арсений? А я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов. Это вам не мешает всем вместе собираться? Конечно, в этом это мои давние коллективе. Друзья, мы дистанционно работаем, часто видимся. Слушайте, а как вот вас как вообще взрастили? То есть государство предпринимало силы, чтобы такие коллективы существовали? Вас заинтересованы работодатели, они вас, не знаю, финансово поддерживают? Или какой-то дух соревновательный? Что это вообще? Как? Откуда родилось? Ну, безусловно, многие люди нашего окружения внесли свой вклад, чтобы развить это в нас. Но лично я занимаюсь проектной деятельностью еще с 8 класса, увлекся этим. И с тех пор, вот, собственно, еще не угас интерес и есть мотивация дальше заниматься. Что за мудреное название? Проектная деятельность? HeyDeb. А, HeyDeb. Вот, к сожалению, того человека, который инициировал такое название, сегодня нет. Хорошо, каковы ваши шансы быть замеченными вот на очередном конкурсе всероссийском? Как вы улавливаете, что какие проекты имеют перспективу? Ну, шансы стопроцентные, потому что нас уже заметили, начнем с этого. А мы ведь прошли в полуфинал, и нам там участие гарантировано. Соответственно, дальше мы поборемся за финальное испытание, чтобы попасть в финал. Вы что-то обмолвились до начала нашей записи по поводу дронов. По поводу дронов. В этом направлении тоже работаете? Да, работаем. У нас есть один проект, который предполагает создание концепции оперативной доставки медикаментов и полезных грузов. Мы его назвали символично «Оберег». И концепция такова, что мы хотим за счет дронов доставлять полезные грузы в отдаленные районы и поселения Мурманской области. Там, куда скорой помощи будет тяжеловато и затруднительно добраться, и где каждая минута играет свою роль. Такая мини-силиконовая долина. Родом из Североморска. Родом из Североморска. Да. Хорошо, по поводу утечки мозгов там или охоты за одаренными студентами. Вас куда-то там заманивают, переманивают, Золотые горы обещают?
Алексей, какие предложения тебе поступали? Как-то не мониторю подобное предложение. Ну, такой скромный у нас Алексей, да? Да, но... Вот скромный, да, а идеи генерирует все время. Вот. Поэтому приятно общаться с таким человеком. А так, слушайте, ну, со Сберакселератора к нам обращались, вот с ними работали. Тиньков Акселератор был. Просто любим разрабатывать кейсы, участвовать в всяких кейс-чемпионатах, хакатонах. Хорошо, тогда вопрос тебе, Артемий. Скажите, пожалуйста, что тебя привело в студию? Кому вы хотите, так сказать, сигнал послать? И какую обратную связь от наших зрителей получить? Вообще, я хотел бы донести то, что проектная деятельность сейчас набирает обороты, и тенденция ее развития как никогда актуальна. Поэтому все молодые люди, это не только школьники и студенты, в частности, любая молодежь до 35 лет, должна понимать, что сейчас реально разрабатывать свои проекты, доносить людям и обществу свои задумки, получать за это гранты или просто приятные путешествия и поездки. И в частности, это можно реализовать за счет конкурса «Твой ход». А вы что, рассмотрите каких-то соискателей, кто к вам постучится со стороны и скажет, я вот одаренный, я хочу в проектный коллектив, у меня таланты есть какие-то? Ну, вообще, мы являемся амбассадорами конкурса «Твой ход» с 2022 года. И да, с тех пор готовим ребят, в частности, из Мурманской области к защите на этом конкурсе и других в том числе. То есть ваши двери... Да, открытый. Конечно. Можете обращаться вот, по любым вопросам. Если есть какой-то проект, если хотите найти какой-то проект, если нужна помощь с подготовкой выступления, HeadDev ждет вас. Алексей, приятно было пообщаться, поболтали на славу. Спасибо большое, ребята. Я желаю вам успехов и спасибо. Надеюсь, что ваши поиски одаренных молодых людей и девушек не останутся без вознаграждения. Спасибо большое. Алексей Гражданов и Артемий Брагин сегодня были у нас в студии. 2 сентября исполнилось 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы. Полицейский Александр Румянцев работает в этой сфере 29 лет. Что так долго держит его в профессии, каково это следить за правопорядком и днем, и ночью, он рассказал журналистам Арктик ТВ. Самая народная служба, так называют патрульно-постовых. Ведь эти сотрудники полиции нередко первыми оказываются на месте серьезных происшествий. Да и чаще всего на улицах мы видим именно наряды ППС. Их ежедневные задачи – патрулирование, проверка документов и, конечно, реагирование на вызов. При выезде на место происшествия выясняем обстоятельства, суть дела. Если необходима медицинская помощь, оказываем. Если преступление совершено недавно, работаем по горячим следам. Цепляем район, приближаем ближайшие наряды и задерживаем преступников. Штурмовать и задерживать, кстати, не совсем задача ППС. Полицейские должны оценить ситуацию и вызвать подкрепление. Но иногда приходится действовать решительно. И вот был случай на Ломоносово. Мужчина пьяный на балконе на 5-м этаже начал стрелять в воздух с ружья. То есть это было вечернее время, даже, наверное, ближе к ночному. Соответственно, не было возможности дождаться спецподразделения, которое его будет задерживать. То есть подъехали туда, вне поля видимости этого человека, который находился на балконе с ружьем в руках, проникли в подъезд на 5-й этаж, уговорами, значит, постучали дверь, и, значит, открыл дверь, но задержали до приезда каких-то спецподразделений. И тем не менее, подготовка у патрульных не меньше. Они также сдают зачеты и тренируются. Кадром остается работа в отделении. Это разговоры с потерпевшими, заполнение различных документов. Архивов здесь накоплено немало. Например, за почти 30 лет, что Александр Румянцев служит в органах, он неоднократно был в серьезных передрягах. Несли службу в пешем порядке в районе улицы Морская. Примерно где-то в час ночи при патрулировании обратил внимание, как из подъезда дома по улице Космодемьянская выходят два молодых человека, при этом в руках несут сумки и рюкзак на спине. Решили проверить этих граждан. Я их окликнул. Они не остановились, ускорили шаг. Было принято решение задержать их. Задержали. При визуальном осмотре в вещах данных граждан обнаружились видеомагнитофон, вещи,
другие ценные предметы. Со слов граждан, значит, они пояснили, что это вещи принадлежат им. Сотрудники проверили информацию и обнаружили в квартире следы взлома. Нарушители доставили в отдел. Впоследствии при выезде следственно-оперативной группы на место был обнаружен труп мужчины в этой квартире. Как позже выяснилось, это был учитель труда с их школы. Вот они совершили преступление, убив его, потом похитив его вещи. Сложная работа заставляет мыслить нестандартно, быть гибким. Да и желание помогать людям держит крепко, подчеркивает капитан полиции. Надо вот как-то менять. Не по шаблону работать, никак. Одинаковых нет, ни вызовов одинаковых нет, ни преступлений, они все разные. Где-то что-то, но обязательно разное. И надо под это подстраиваться. Из необходимых навыков для службы – это, конечно, внимательность, хорошая зрительная память и выдержка, умение слушать, а также вежливо общаться с гражданами. Однако без идейности, без желания жертвовать своим «я» в этой службе, по словам специалистов, долго не протянуть. Сыграть в футбол в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Легко, подумали белокаменки, организовали матч Кубка России. Столь необычное место для игры притянуло взоры миллионов людей. Меньше месяца назад из сухого дока в Белокаменке была отправлена первая линия будущего завода сжиженного природного газа на полуостров Гдан. И вот площадка размером с 6 футбольных полей осталась временно пустой. Но ненадолго. За несколько дней здесь построили стадион и решили провести Кубок России по футболу. Для чего все это вообще нужно? Это для того, чтобы показать людям, что футбол повсюду, да, что его можно играть везде, было бы желание. И особенно вот даже в Мурманске, где давно нет профессионального футбола, и где у людей, чтобы была возможность прикоснуться к этому, посмотреть, как это живет, как это работает. Денис Соловьев – один из авторов идеи необычного места для матча. Признается, что осуществить ее было непросто. Поле должно соответствовать всем стандартам. Обязательное присутствие болельщиков – задача непростая. Учитывая, что объект закрытый, пришлось проработать логистику. Но все задуманное осуществилось. И в одной 64-й финала Кубка России сразились команды «Динамо» Киров и «Тудроц». Кировская «Динамо» – команда с большой историей. Поболеть за любимых спортсменов приехали верные фанаты. Настрой у болельщиков, как и у игроков, только на победу. В Мурманске первый раз. Немножко посмотрели, вчера город успели. Место супер. Ну, еще в таком месте, такой матч, ну, как бы классно вообще. Жду от игры только победы, для чего мы сюда и приехали. Обязательно должны все выиграть. «Тудроц» – любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России с большой фанатской базой. Ребята молодцы, вообще настрой сумасшедший. Мы прилетели ради них, ради победы обязательно. Вот мы мамы тоже, тоже мама. Поддержка у нас самая лучшая. «Тудроц» вперед! Мы только побеждаем. Мурманчане тоже с удовольствием смотрели этот матч. Например, депутат Госдумы Татьяна Кусайко была приятно удивлена необычному месту проведения игры и призналась, что все увиденное очень вдохновило ее. Я очень рада, что мне посчастливилось здесь быть и ощутить ту атмосферу, которую сейчас ощущаешь, когда здесь рядом болельщики, фанаты. И самое главное, здесь огромное количество детей. Меня это очень радует. Это говорит о интересе к спорту. И я думаю, что важное такое событие, которое у нас проходит в регионе, оно интересно для ребят. Увидеть игру Кубка России интересно всем. Сотрудники вместе с остальными болельщиками провели это время за просмотром футбольной баталии. Мы сегодня просто смотрим футбол, смотрим прекрасную игру команд, наслаждаемся. За какую команду болеете? Пока за ту, которая ближе сидим. Вот здесь эти ворота нам лучше всего видны. По итогам игры со счетом 2-0 победу одержали молодые и дерзкие «Тудроц». Соперник.
Соперник, молодцы, блин, очень круто, что в таком месте играем победу. Да кто мог ее ожидать? Мы в целом не ожидали, что мы тут окажемся. А тут еще и такая победа, максимально легкая, мне кажется, с этим согласится каждый. С каждым раундом команды все сильнее и сильнее. Конечно, это вот такая проверка на прочность для нас. Сыграть в такой атмосфере, конечно, не знаю, я даже вот представить не мог, что в своей карьере мне доведется сыграть в таком месте. Болельщики долго не отпускали победителей с поля, поздравляли их и фотографировались. По признанию главного тренера Дмитрия Кузнецова, игра прошла согласно четкой построенной тактике. А забитые голы заслуживают отдельного внимания. Красивые и четкие. Этот необычный матч точно запомнится всем участникам события. Я даже не мог представить, что здесь можно построить стадион. За очень короткий срок люди это сделали. И мы им благодарны, что они вложились в эту работу. И они ее сделали на пятерку вообще. Молодцы. Матч закончился. Спортсмены отпраздновали победу и готовятся к дальнейшим играм. Но что же будет с полем? Уже 7 сентября здесь состоится мастер-класс от сборной России по футболу для юных спортсменов из Мурманской области. Затем небольшой турнир для команд школьников, участвующих в проекте «Шаг к большому футболу». Далее поле будет передано Мурманской области, а ДОК вновь будет использоваться по прямому назначению. Друзья, рада приветствовать в нашей студии Наталью Харченко. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна. Здравствуйте. Ну, вы просто привнесли свет и огонь в нашу студию сегодня. Наталья Вячеславовна, вы хотели представить свои языковые курсы, которые вы организовали в Снежногорске. Угу. Пожалуйста, эфир для вас. Вперед. Но прежде для зрителей, для меня, поясните, пожалуйста, что это за пама-ньюнга? Объясняю. Значит, здравствуйте, уважаемая публика. Очень рада приветствовать вас. С вами Наталья Харченко, руководитель языковых курсов Паманьюнга. Что такое Паманьюнга? В Австралии, кроме английского, каждый абориген, коренной житель Австралии, знает по 10 языков, абсолютно не связанных друг с другом, потому что племен очень много, численность их маленькая, и им надо общаться. Каждый абориген Австралии знает 10 языков. Что такое Паманьюнга? Это группа языков австралийских, именно языков коренного населения, в состав которых входит 178 языков. Просто когда я называла свои курсы, то все курсы были связаны с словом «язык». Там «language», «word», там «logos» на разных языках. А я решила быть, как обычно, оригинальной. Вот так вот. А скажите, пожалуйста, вы индивидуальный предприниматель. Угу. То есть вы оставили преподавание в школе и вот сейчас пустились в свободное плавание. Каково это предоставлять образовательные услуги, да еще и в закрытом городе? Насколько вам сложно или просто, наоборот? Это очень интересно. Так. Потому что я могу высказаться, то есть я могу внедрять свои методики. Вот. О чем бы я интересно предпринимательство, а вот то, что город маленький, или ваши ученики, вот вы идете, их бесконечно встречаете, можете контролировать их знания даже там на очереди в кассе? Ну, я не знаю, не могу так сказать прям, но во всяком случае, ну, как-то я не очень занимаюсь контролем. Но я хочу сказать, все знания наших учеников представлены в нашей, в нашей группе ВКонтакте «Языковые курсы. Город Снежногорск». Вот. Я недавно только реанимировала свою языковую группу, потому что я раньше не дружила с интернетом и зря, очень зря это делала. Вот так вот. А теперь я реанимировала свою группу, где есть такие программы «Завтрак по Маньюнге». Это о том, что здесь выступают дети. И мы здесь говорим о логике разных народов. Потому что, например, русский язык – это мой третий язык. Я выросла абсолютно в украиноязычной среде, и русский язык – это не является моим родным языком. Но я настолько профессионально знаю, что я пишу стихи на русском языке. Вот второй язык – белорусский, и уже только третий язык – это вот русский. Потому у меня есть, ну, как бы представление о логике разных стран. Например, а какое место английский тогда занимает? Четвертое место. Вот. Ну, немножко понимаю польский, словацкий язык, но надо вот как бы, ну как, реанимировать их, эти языки. То есть до вот аборигенов вот еще сами их уровня не достигли? 10 языков? Да, 10 языков еще нет, да. Но я думаю, ну, всему, ну,
нет предела совершенства, скажем так. Вот. Что хотела сказать? И мы учим язык. Я хотела бы, чтобы мы изучали язык через творчество, через различные виды рукоделия. Вот, потому что я считаю очень важно развивать творческие способности детей, потому что нереализованная энергетика творчества, она потом, к сожалению, превращается в энергетику разрушения. Ну, может быть, и родители заинтересуются, потому что мы-то все переживаем, что очень большая нагрузка на наших детей в школе, значит, они сидят за партами, mm-hmm. потом после школы им предлагают mm-hmm. всякие дополнительные mm-hmm. курсы, где они снова сидят mm-hmm. за партами. В вашем случае как занятие? В нашем случае мы, ну, мы, у нас есть пятиминутки, которые мы обязательно двигаемся. Мы можем и потанцевать, и песни попеть, и подвигаться. Вот так вот. Но о чем я хотела бы сказать, что, ну вот, вернуться к тому, что, вот, например, передача «Завтрак по Маньюнге», дети говорят о логике других стран. Что, например, и я говорю об этом. Потому что знаете ли вы о том, что один и тот же глагол англичане употребляют для того, чтобы, допустим, размешать сахар в чае, и тот же самый глагол, чтобы пошевелить угли, либо ну, вот, костер. То же самое. Наша тоска окрашена в зеленый цвет в русском языке, в серый цвет, а у англичан она окрашена в голубой цвет. Вот так вот. И мы говорим, например, какие у тебя золотые руки, либо там, если человек выращивает цветы, мы говорим, какая у тебя легкая рука, да, для выращивания цветов, то англичане говорят, какой у тебя зеленый палец. И мы никогда не задумываемся, как другим народам говорить на, допустим, ну, на русском языке, как им тяжело. Вот с позиции их логики. Что, например, говорят, что у грузин такая, ну, такой строй языка, что они говорят, что в магазин пошел я в вы. Представьте себе, как этим людям перестраивать, ну, мозги на другие рельсы. И что хочу сказать. Мы будем говорить вообще о культурах разных стран. То есть образовывать как, ну, со всех сторон, как можно. Что еще хотела сказать? Мы же не знаем, например, вот, что в ЮАР 13 государственных языков, что, например, тот же самый, что про смеси языков, что, например, когда голландцы прибыли в Африку, да, и получился язык африкана. Что такое язык африканос? Это смесь голландского языка, да, с цокающими языками ндебеле, зулу. Вот. И насколько людям тяжело говорить, ну, то есть нам бы было бы очень тяжело говорить, потому что у них все гласные вот звучат так вот. У, например, о, ко, вот так вот. Так что вот такие дела. А скажите, вот маленькие детки, которые сейчас с пеленок уже знакомы с компьютером, там очень много понятий на английском языке, вы чувствуете, что они более расположены к изучению английского, либо одно другому не помогает и не Вы мешает. Знаете что? Я хочу сказать, что сейчас одно удовольствие изучать иностранные языки, потому что вы сейчас, да вообще сейчас одно удовольствие учиться. Вспомните наше детство, да? Мы должны были идти в библиотеку, да? Сейчас в Google тебе любое понятие. Я, например, не понимала, что такое консенсус, да? И говорили в кулуарах, пришли к консенсусу. Мне так интересно было, где этот дядька консенсус живет, и в какие кулуары они к нему ходили. Вот так вот. Сейчас, наоборот, все очень хорошо, ну, добывают информацию. Да, другое вот дело ее усвоить. Информации очень много. Ну, вы знаете, информации, конечно, очень много, но, вы знаете, это надо смотреть, какие... У нас в школе, к сожалению, нет такого подхода к человеку. Аудиал, визуал, он сангвиник, холерик, меланхолик, понимаете? Это уже надо смотреть, какая память у человека, что он любит больше услышать, может быть, он любит потрогать. А у вас индивидуальный подход? Да, да, да. Я хотела бы озвучить вот такие вещи. Значит, смотрите, я тут немножко шпаргалочки, извините, пожалуйста. Значит, смотрите, основная деятельность наших курсов – изучение иностранных языков, все остальные мероприятия проводятся с целью развития кругозора. Нет, давайте лучше поговорим. Да, не надо нам зачитывать. Вы же и так, ну, все, да, знаете. Вот то в чем индивидуальный подход? Я поняла, что кроме вот это, то есть не только вы там штудируете материал, но вы заинтересовываете детей. Дело в том, мои курсы находятся в Снежногорске. Вот, 400 квадратов.
площадь 400 квадратов. Я хочу, чтобы мы превратились в большую языковую школу, да, чтобы мы изучали английский через творчество, вот, через различные виды рукоделия. Вот. И, допустим, чтобы и мой проект называется «Английская улица». То есть вы заходите на третий этаж и попадаете на уютную английскую улочку. Вот так вот. Попадаете на уютную английскую улочку. Вот. И я хочу, чтобы... И вот дети заходят не в классы, а в английские домики. Конечно, нам... я очень много своих средств потратила туда. Меня, ну, как бы, никто не спонсировал, копейки лишние мне не дал. Но это моя мечта. Так вам нужны единомышленники и хочу финансы искать, конечно, какие-то. Я хочу... А вы, кого вы, кому вы сейчас обращаетесь? Там... Я бы хотела обратиться к меценатам. Да, к меценатам. Я бы хотела обратиться к Никасу Сафронову, потому что мы тоже будем развивать английский через, через творчество. Через творчество. Я хотела бы, чтобы, знаете, люди... У нас была кафешка. Чтобы, понимаете, чтобы мы могли говорить. Чтобы дети, допустим, чтобы там люди, которые будут работать у меня в кафешке, все говорили на английском, либо еще на каком-то языке. Я думаю, что в проекте еще какие-то... Ну, мы будем изучать, ну, как еще... минимум, видите, да, предприниматели, которые там, да, которые... кофеточку имеют, да, могли, да, бы, да, чтобы дети, понимаете, чтобы у детей была возможность практиковать, чтобы они, допустим, покупают ту же самую там булочку, да, чтобы они могли сказать, выразить свои мысли на английском, чтобы, ну, их вовлекали в вот этот процесс говорения. Вот так вот. Будем... Я хочу, чтобы был театр на английском. Я хочу, чтобы... Потому что мы читаем часто Сомерсета Моэма, вот, ну, и Сомерсета Моэма читаем на английском, и читаем, так, сейчас, Оскара Уайльда, сказки очень любим. У меня очень уютная, доброжелательная атмосфера. Дети обожают зиму, когда наша английская улица превращается просто в сказку. Вот. Но пока я так понимаю, что все равно вы учитесь в классе. У вас площадь позволяет, да, но это надо все освоить. Все это надо освоить. Наполнить, да, жизнью. Наполнить жизнью. Я хочу сделать класс с настоящим камином. Вот у нас есть камин, мы читаем сказки при свечах. Представьте себе Новый год. Может, вам в Мурманск перебраться падает с этой снег. Идеей? А я хочу, чтобы Снежногорск стал Меккой, чтобы как Ведяева приезжают, да, Ведяева, допустим, в бассейн приезжают люди. Я бы хотела, вы знаете, я уже придумала, я утром придумала передачу «Разговоры на диване». А вечером я ее уже реализовала в жизнь. Моя ученица пришла, девочка Настя Сетрова. И мы с ней уже начали беседы вести о творчестве, о том, как важно развивать творческие способности людей, в чем их талант. Вот скажите, в чем ваш талант? В чем вы? Можно я задам вам вопрос? В чем вы самое уникальное? Находить иголку в стоге сена. Великолепно. Это очень хорошо. Вот так вот. И потому что, понимаете, каждый человек – это планета. Планета – это Клондайк, это, ну, как, у нас масса талантов, но мы иногда не знаем об этих талантах. Вот так вот. А я люблю, ну, вот, замечать. Я умею замечать талант и вытаскивать его на гора. Талант каждого ребенка. У нас очень уютно. Всегда, если ребенок болеет, допустим, пришел, ну, там где-то я вижу, что он немножко простыл, да, я всегда поставлю чашечку чая. Я стараюсь быть внимательна каждому ребенку. Вот так вот. Так что у нас домашняя очень атмосфера. Ну что, сказать. Наталья Вячеславовна, я вам желаю процветания вашему проекту, чтобы они реализовались, претворились в жизнь. Я надеюсь, среди наших зрителей и тех, кто потом в интернете посмотрит нашу беседу, найдутся единомышленники, найдутся меценаты, спонсоры, ну и просто предприниматели, которым покажется, что это пространство их уже ждет с их идеями. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Наталья Харченко, руководитель языковых курсов, которые в скором времени, бог даст, превратятся в языковую школу, Мекку. Улицу, Мекку. И, возможно, мы с вами будем ездить в Снежногорск для того, чтобы прогуляться по такой английской улочке и спробовать кофе. Спасибо большое. Спасибо большое.
Ну а мурманские спасатели провели двухдневный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. В них сразились сборные команды огнеборцев из разных филиалов области. Всего более 100 огнеборцев и около 30 человек из юношеских сборных команд. Традиционные спортивные соревнования разделили на два этапа. В программе первого две дисциплины. Это 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета. Каждая команда показала отличные результаты. Это не первые мои соревнования. Как всегда, все очень волнительно. Вот, но все на позитиве стараются помогать друг другу. Это главное. Это очень круто. Эмоции переполняют на самом деле. Продолжился чемпионат на следующий день в 4-й пожарной части. Здесь спортсменам предстояло на скорость взобраться по штурмовой лестнице. Зрелище впечатляющее. Первым в этой дисциплине стал Игорь Афанасьев. Он опытный огнеборец с 18-летним стажем. Признается, что данный элемент вовсе не страшный и выполняется автоматически. Кстати, в финальном поединке он соревновался со своим учеником. Хотелось бы, чтобы молодежь включалась, с ними побороться. Я был на самом деле горд, что принимал участие в полуфинале. Мой ученик, и рано или поздно, вот-вот уже он превзойдет меня. Следующим этапом эстафеты стало боевое развертывание. Эта часть соревнований тоже относится к реальным элементам работы спасателя. Весь чемпионат он создан из нормативов пожарно-строевой подготовки, которые каждый пожарный должен ежедневно, ежесуточно проводить этот свой и наращивать свой навык. Да? То есть пожарный он должен быть не просто зная, как тушить пожар, он должен быть еще физически развит. Да? В связи с этим у нас проводятся такие соревнования. Именно быстро и четко спасателям приходится работать на пожарах. Самое главное в этом непростом деле – слаженная команда. С ней и на боевом выезде все удачно пройдет, и на соревнованиях легче победить. Можно сказать, пожарные – это уже вторая семья как будто в этом плане. Все зависит от пожарной подготовки, то, что мы выполняем именно в караульной службе, оно как бы именно вот здесь и практикуется. Получается, то, что все то, что вот вы видите здесь, это непосредственно как бы относится именно к пожарной деятельности, к пожарной работе. Подрастает молодое поколение, тяжело, скорее всего, но как бы не молодеем, поэтому, наверное, себя, скорее всего, будет тяжелее заставить. А так, организаторы все здорово организовали, все классно. Как думаете, справились быстро? Ну, рассчитываем, что да. Соревнования по пожарно-спасательному спорту состоялись уже в 52-й раз. Ежегодные состязания не просто игра, а еще один способ отработки профессиональных элементов. На этом все. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через неделю для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам хорошего!